Проект укрепления берега на портовом шоссе стал одной из главных тем встречи мэра Магадана Юрием Гришаном и депутатом Государственной Думы Оксаной Бондарь. Пока полотно продолжает разрушаться, необходимо срочно вернуть геометрию дороги, отсыпать трассу, чтобы подойти к проектному размеру, также крепить грунтом и шунтовой стенкой. Разрушенный участок берега предстоит восстановить на ширине около 6-7 метров. Береговой склон будет сделан более пологим, а его поверхность укрепят георешеткой, а затем засеют почвопокровными растениями. Острую городскую проблему ставили перед депутатом Государственной Думы Борисом Гладких во время его посещения Магаданской области, а также перед членом Общественной палаты России, президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорем Шпектром. Во время встречи говорили и о здании Росавиации. Фасад при въезде в город требует ремонта. Что касается портового шоссе, то мы ждем, уже к завершению подходит работа над проектно-сметной документацией, проходит экспертизу эта документация, и уже выявлен механизм, как этот вопрос прорабатывать на федеральном уровне. Во время встречи говорили и о здании Росавиации. Фасад при въезде в город требует ремонта.